Приморским чиновникам есть чем похвастаться, например, в сфере здравоохранения. За этот год зарплаты медиков в регионе выросли почти в два раза. Сейчас они превышают средние значения по стране почти на 10%. Правда, рост зарплат пока не повлиял на приток кадров. В регионе сейчас несколько тысяч вакансий, особенно не хватает врачей-специалистов.